Всем бит паникер. Всем привет, ребята, и гамбит паникер у нас. Это шахматный камбэк, я вам напоминаю. Ну вот, Что это за ход? основная позиция гамбита паникера возникает после ферзь h5, g6, fg, g7, gh. Ну так тоже неплохо. Почему? Потому что он сейчас пойдет ферзь h5. Ну, возможно. Кстати, там наружу очень плохая позиция. Не думаю, что он найдет, если честно. Конечно, ход ферзь h5 найти необычайно трудно. Да, g6. Да. Гамбит паникера. Здесь был очень мощный, по-моему, был мощный удар слон d5. Он так тоже неплохо. Король g7. Ну, король наш здесь чувствует себя в полной безопасности. Ну да, как дома. Он и есть дома. Ну ладно, как у соседей. На лестничной площадке. Что мы выиграем? Да, 6-1-0. Понятно. Гамбит паникера в действии, ребята. Так, а все, реально больше нет ничего. Ладно, это, конечно, мы продолжим здесь комментировать эту партию. Вообще надо гамбит паникера против людей посильнее записывать. Против таких только ферзь f7, если честно. Ну а каких? Ну, 2-300 хотя бы. Понимаешь, они не поведутся на это. Почему? На что именно? На гамбит? На Е, на F5 не возьмут, что ли? Да, не возьмут. А как можно не взять? Не знаю. Сейчас будет ферзь g3, смотри. Да, в моем стиле. Я бы так сыграл. Видишь, он учится у тебя. Твой протеже. Угу. Так, что у нас получилось? Мы вышли из гамбита паникера. С лишней фигурой за две пешки. Ну это лучшее, что мы могли вынести из этого. Если и теперь что... с лишней ладьей. Ну ты еще коня отсюда вытащи. Хорошо. Да, всем спасибо за внимание.